Вот уже 140 лет, 6 дней в неделю, примерно 12 раз в день звучит звонок для учеников гимназии номер 19. И начинается урок. Сейчас за этой дверью мои одноклассники будут писать сочинения. Ну а у меня другая задача. Я проведу вам экскурсию по моей родной гимназии. Сюда мы еще вернемся, но начать рассказ будет правильно с другого здания. К концу 19 века Омск был весьма продвинутым провинциальным городом, где проживало около 20 тысяч жителей. В нем уже были 1270 огородов и 646 садов и садиков. 17 улиц, 26 переулков, 6 площадей, 34 фабрики и завода, Омская учительская семинария, общественная баня, городская больница, фельдшерско-акушерская школа, фотографический салон, типография, телеграфная станция, библиотека, театр. А вот с учебными заведениями дела обстояли не так хорошо. Их явно не хватало для города, становящегося крупнейшим центром культурной и общественной жизни Западной Сибири. Известно, что в 1878 году в Омске работало 19 школ, из них только 2 средние, остальные начальные. В них обучалось 1644 человека. Среди этих двух, как сейчас бы сказали, средних школ, была и наша. Открыта она была в 1876 году и находилась вот в этом прекрасном здании архитектора Эзета. И называлась она «Первая мужская гимназия». Сейчас здесь находится Институт развития образования Омской области. Давайте войдем внутрь. От 23 декабря 1875 года. Учредить в городе Омск с 1 июля 1876 года на точном основании устава и штатов гимназий и прогимназий ведомства народного просвещения мужскую гимназию с отпуском с того же срока на ее содержание по 24 360 рублей в год из государственной казны. Здание было кирпичным, в 2 этажа, сухим и теплым, с садом и площадкой для игр. Отопление было печным и водяным, а позже провели электричество. Как следует из названия, в гимназии учились только мальчики. Причем среди них было много приезжих из Старой, Ишима, Петропавловска. Изучали закон Божий, русский язык, арифметику, историю, философию. Словесность, древние языки, рисование, чистописание, французский и немецкий языки. В свободное время мальчики-гимназисты младшего возраста любили играть в бабки и пульки, воздушные змеи и бумеранги. Гимназисты старшего возраста любили музыку. Многие из них умели играть на скрипках и пианино. Кроме того, учащиеся гимназии являлись страстными приверженцами театра. Специально для них по воскресеньям устраивались утренние спектакли. Часто проводились совместные праздники. Так, 8 ноября 1911 года первая мужская гимназия совместно с женской гимназией Хвориновой провели празднество к 200-летию юбилея со дня рождения Ломоносова. Целью праздника было увековечить личность Михаила Васильевича в душах и умах гимназистов. Мальчишки первой мужской гимназии враждовали с учениками других учебных заведений. Драки были привычным делом. Особенно часто ходили драться с кадетами на Любинский проспект. Но несмотря на озорное детство, из стен первой мужской гимназии вышло много достойных и уважаемых людей. Среди них дипломат, автор ряда книг академик Майский, геолог, академик Усов, советский писатель Оленич Гниненко, русский поэт и писатель Леонид Мартынов. Школьный звонок в этих стенах раздавался вплоть до 1978 года, когда было построено новое здание. А до той поры наше учебное заведение вместе со своими учениками переживут революцию и Великую Отечественную войну, когда в ее стенах будет развернут госпиталь, сменит несколько названий. После революции ее переименуют в Единую трудовую школу второй ступени. В 1924 году школе, единственной в городе, присвоят имя Ленина, что в то время считалось признаком особого статуса. После этого нашу гимназию так и будут называть «Школа Ленина». И, наконец, в
1990 году школе номер 19 вновь присвоит звание гимназии. В 1913 году в первой мужской гимназии обучалось 476 воспитанников. В ГОСТа 40-летия нашей гимназии уже в новом здании обучается 1062 гимназиста. Наша гимназия по-прежнему остается одним из лучших учебных заведений города. Наши выпускники – самое главное достижение нашей гимназии и самый главный повод для гордости. Сейчас мы находимся на аллее славы медалистов и выпускников. Здесь мы увидим фотографии Роберта Рождественского, Владислава Дворжецкого, Ивана Майского, Леонида Мартынова, династии врачей Чуловских, Татьяны Дручининой. Надо сказать, что независимо от того, в каком году человек закончил нашу школу, он чувствует себя членом единого братства, ощущает мощную поддержку этих стен и целых поколений гимназистов, шагнувших в большую жизнь с порога знаменитой 19-й гимназии. И я, конечно, благодарен гимназии. Я понимаю, что многое из того, что вот в жизни, может быть, удалось добиться, это благодаря вот школе гимназии номер 19. 19-я гимназия – это, наверное, школа успеха. Это школа, которая своим ученикам прививает лидерские качества и учит быть большим человеком. Не в плане достижения карьерного роста, а в плане формирования лучших человеческих качеств. Потому что вот с течением лет ты понимаешь, что все лучшее, что в тебе есть, это, конечно же, результат воспитания родителей, но это и то, что дала тебе школа. Самое главное, что мне дала родная школа, это определиться с будущей профессией. Потому что рядом с нами всегда были, я их просто называю, выдающиеся учителя. Школа, вот, в том понимании, которое было в те годы, это была, наверное, все-таки именно школа жизни. Состав педагогов был очень сильный. После окончания вот с нашего, например, выпуска, наверное, высшие учебные заведения буквально по пальцам посчитать, кто не поступил. На протяжении всей жизни я горжусь, что я училась и закончила эту школу, именно 19-ю. А кроме того, что она мне дала крепкие знания, и эти знания русского языка и тягу к литературе привили в стенах этой школы. Ну, я, как и многие другие выпускники 19-й гимназии, безусловно, горжусь тем учебным заведением, в котором мне посчастливилось учиться и закончить. Для нас гимназия номер 19 – это всегда гимназия номер один. Я закончил эту гимназию несколько лет назад, закончил ее мой старший сын. Сейчас в этой гимназии учится моя дочь, мой младший сын, и, дай бог, может быть, еще кто-нибудь будет учиться. Мы к этой гимназии прикипели, она для нас родная, и мы счастливы, и для нас альтернативы никакой нет. Все традиции, которые я помню, когда я учился, они все остались. Это и вынос знамени, и торжественные линейки, и то, что отличает нашу гимназию от многих других, это бенефис 11 классов. Моя задача как заместителя директора все-таки это традиции все соблюдать дальше, ничего не теряя, привносить, наверное, что-то новое. В наши годы, тогда было такое время, вот мы, допустим, там собирали металлолом, да, вот что-то, макулатуру собирали. И вот в прошлом году мне вот понравилось, что здесь была такая акция тоже по сбору макулатуры, ну, дети в это дело очень хорошо включились, и мне прямо вот воспоминания очень, да, на сердце было приятно. И так все удачно получилось. Традиция – это все-таки отношение к учебе, отношение между детьми. Именно 19-я гимназия, когда здесь уходят выпускники, они
долгие годы поддерживают отношения, дружбу. Дружбу, это вот однозначно. Независимо от того, даже где находятся эти люди, уехали они куда-то. Даже я вам скажу, что люди уезжают далеко, и из России уезжают, и все равно эта связь, я точно могу сказать, существует. Мой класс был очень интересный, творческий, и замечательные люди учились вместе со мной. И самые запоминающиеся моменты, наверное, было то, что наш класс создавал журнал. Все, что у нас накопилось, там, стихи, рассказы, какие-то заметки научные, мы все это опубликовали. Абсолютная гордость распирает именно мой выпуск, потому что гимн гимназии появился на нашем последнем звонке в 1984 году, потому что музыку к нему написала моя одноклассница Лена Сластунова. И мы первые, кто исполнил этот гимн вот на прощание со школы. Эта традиция жива, и это замечательно. У нас был очень творческий класс, я выпускница 82-го года. У нас было принято играть на музыкальных инструментах, петь, танцевать. У нас был ансамбль, мы первые, кто в стенах уже этой школы, этого здания, потому что мы были вторым выпуском. Мы организовали концерт для учителей в День учителя. У нас была очень хорошая атмосфера, очень творческая. И мы до сих пор нам есть что вспомнить, мы собираемся. Мы жили в школе, мы приходили сюда на уроки, а после уроков мы занимались в театральной студии, мы участвовали в каких-то проектах, к нам часто приходили интересные люди, поэтому вот сейчас, может быть, для кого-то звучит странно, да, что в субботу было 7 уроков. Для нас это было не странно, потому что и хорошо, что даже в субботу мы здесь столько находились. И поэтому школа нам давала не только знания, но и формирование личности. Театральная студия, театральные вечера, КВНы. Правда, прекрасная традиция, хорошо, что она есть. Дальше, как мне кажется, очень важно, и тоже редко какая школа может этим гордиться, мы на знамени, на самых торжественных мероприятиях. Я была ассистентом знаменосца, но это правда очень было ответственно, очень волнительно. И замечательно, что это знамя до сих пор в школе, до сих пор живет. Традициями были пропитаны каждый день в этой школе. Но, тем не менее, идеология коммунистическая ушла, а традиции остались. Это говорит о том, что преемственность поколений, прежде всего, наверное, педагогического состава. Да, вот эти традиции, они передавались, новые учителя постепенно вливались в коллектив. Они, как учителя истинные, они поддерживали эти все традиции. Вот этот вот дух гимназии. Я помню, что многие годы 1 сентября школа, ну там полным, скажем так, составом, шла строем к памятнику борцов за революцию, и там принимали пионеры. Это была такая честь, это такая гордость была. Патриотизм и любовь к родине, без пафоса, так я хочу сказать, а может быть и с пафосом наоборот таки, продолжается здесь очень и очень выраженно. Вот видите, музей, мне кажется, не в каждой школе есть. Это еще одно очень хорошее качество 19-й гимназии – это сохранение традиций. Это здоровый консерватизм. И мы гордимся своей гимназией в том числе и потому, что она сохраняет традиции и передают их новым поколениям. Потому что если мы не будем помнить о истоках, о наших учителях, то, естественно, у нас нет будущего. Ну, безусловно, вот традиция – это то, что делает учебное заведение не просто учебным заведением, а таким знаковым. В 19-й гимназии очень много таких традиций. Это не только традиции хорошего образования, но и то, что она воспитывает детей. Здесь очень много уделяется именно воспитанию ребенка как личности. Это делается через различные там участия в самоуправлении гимназии, участие в каких-то общественных работах. То есть мы всегда были, еще не только учились 45 минут на уроке, но и занимались тысячи всяких дел, которые нас объединяли, объединяли нас между собой, объединяли нас в единый коллектив с учителями.
Наша гимназия славится своими династиями. В разные годы здесь обучались представители разных поколений Брицко, Чуловских, Сотниковых, Батищевых. Мне кажется, очень важно то, что здесь сложились ученические династии. Да, если бабушки, мамы и папы учились здесь, ведут сюда детей и внуков, все рассказы о школе, они присутствуют в семьях, и дети уже настроены на это. Приходя в первый класс, они понимают, что это за школа, и совершенно нормально реагируют и на знамя. Это такое вот уже, ну, привычное, хотя очень торжественное, привычное для них явление. И все эти наши творческие мероприятия, ну, просто, наверное, вот с молоком матери, если можно в данном случае сказать, о новых поколениях, о новом поколении учеников. Мне вот так повезло, что мои дети тоже заканчивали эту школу. Супруга моя тоже в этой школе работает уже, ну, 16 лет. Атмосфера школы сама по себе была необычная. Нам как-то вот с первых классов, да, с первых лет внушалось, что школа, гимназия со старыми традициями, что скоро будет столетие. И мы доучились. Это был предвыпускной класс, 76-й год, 77-й уже был выпуск. То есть вот это вот столетие было отмечено, да, в концертном зале. Запомнилось, что я на тот период был знаменосцем школы. И от школы, от старого здания до концертного зала шли пешком. Я шел со знамя. Ну и как показатель, естественно, своего ребенка я привел в эту школу. Она сейчас учится в Санкт-Петербурге и говорит о том, что да, школа, в общем-то, дала ей очень много, и она легко там учится. Здесь была и остается очень высокая требовательность к знаниям. И дети, которые здесь учатся, они, конечно же, подготовлены очень хорошо по всем общеобразовательным предметам. Это бесспорно. Качество знаний даже не обсуждается. Но, естественно, когда выпускники, которые окончили 10 или 15 лет назад школу, приводят сюда своих детей, они, наверное, хотят, чтобы их дети обучались той атмосфере, которая много им дала. И действительно, по сути, это получается уже семейная традиция, очень хорошая семейная традиция учиться здесь. Династия, вот если брать, у меня супруга тоже поступила, она как раз была ориентирована на медицинский институт. Здесь учились 5 поколений, ну вот мы 5-е. И по линии супруги это все были медики. Но у сына это 5-е поколение, здесь очень много его прямых предков училось. До того, как он сюда пришел на собеседование, мы его водили, он прям очень рад и уже гордился тем, что вот он, возможно, будущий здесь ученик. Одна из самых известных династий нашей гимназии – Чуловские. В разные годы из этих стен вышло 20 представителей этой славной фамилии. В этом году в первый класс гимназии поступил самый юный продолжатель династии. По лесенке знаний шагайте смелей, чудесные встречи и добрые книжки ступеньками будут на ней.
этот кабинет под номером 219 был нашим родным кабинетом французского языка и нашей классной комнаты, где проходила наша жизнь. А теперь кабинет 102. Это мой родной кабинет. Здесь я преподаю французский язык, и он является родным кабинетом для двух выпусков, поскольку мне посчастливилось быть дважды классным руководителем. Bonjour, mesdemoiselles et messieurs. Bonjour, madame. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Часто они возвращаются, наши бывшие ученики. Выбрав для себя еще в школьные годы профессию учителя, они мечтают о возможности вернуться в родные стены, чтобы продолжить нести юным поколениям гимназистов не только знания, но и традиции, особую атмосферу одного из старейших учебных заведений Омска – 19-й гимназии. 10 лет я училась в школе, и с 1992 года уже работаю, вот уже больше 20 лет. Когда у нас начался английский язык в 5 классе, то выбор уже был окончательный. Ну, то есть это был самый любимый мой предмет. Замечательная учительница у нас была, Эльвира Даниловна. Интересного много было в школе, и как-то мне хорошо было, уютно на уроках. Вот. И потом в институте, в педагогическом, было достаточно легко, потому что много было дано учителям. Ну, многие приходят, возвращаются, да, наши выпускники, те, у кого педагогическое образование, потому что знают, что здесь высокий уровень преподавания, высокий уровень знаний учеников, и с такими учениками всегда интересно работать. Очень много педагогов, которые работают сейчас учителями, они являются выпускниками школы. То есть благодаря вот этой вот традиции, что ли, да, закончил школу, приди сюда работать. Вот благодаря кому сохраняется. И, конечно же, благодаря заучам, благодаря директору. Елена Антиновна уже у нас около 12 лет работает директором. То есть никуда эти традиции не теряются. Людмила Ивановна Чупринина, которая была директором нашей школы, в 11 классах, когда она собирала будущих выпускников тогда к себе в кабинет, она каждого спрашивала, кем вы хотите быть. Может быть, вам что-то порекомендовать, посоветовать. Людмила Ивановна меня как бы подтолкнула к выбору профессии. Конечно же, сомнения были, и были пробы, и ходила по собеседованиям, но, наверное, стены гимназии притягивали больше, и сама вот атмосфера гимназии, которая существует, это дружба, поддержка, помощь. Ну, все это звало к себе, и хотелось вернуться снова сюда и почувствовать вот это вот ощущение дома, что здесь тебя всегда ждут, здесь всегда тебя рады, здесь всегда готовы вас поддержать. На самом деле я очень хотела работать в своей родной гимназии. Я даже приходила и узнавала, нет ли места, но мест не было. А потом, уже через несколько лет, Елена Яковлевна пригласила меня прийти на собеседование, чтобы я могла работать в 19-й гимназии. Я очень волновалась. И я все время думала, ведь это так ответственно работать в 19-й гимназии, а вдруг я что-то не смогу, что-то не знаю. Я взяла себя в руки, сосредоточилась и сказала себе, вот ты хотела работать, вот и работай. И будь просто хорошим учителем. Вот эта атмосфера присущая только нашей гимназии, традиции, которые уважает каждое поколение гимназистов. Гимназическое братство многие годы формировалось благодаря нашим учителям. Нас окружали такие педагоги, наставники, которые в трудные достаточно годы, это же начало 90-х годов, формировали веру в жизнь, веру в успех, веру в то, что если ты чего-то захочешь, ты обязательно этого достигнешь. Безусловно, повлияла школа на выбор моей будущей профессии. Только в том плане, что между школой и будущей профессией нужно было пройти еще университет. Для того, чтобы закончить университет, получить профессию, нужно было сначала в него поступить. Спасибо большое Маргарите Васильевне Чижигоровой, когда пришло время уже целенаправленно готовиться к экзаменам, она меня готовила. Моим классным руководителем была Мурашова Алина Дмитриевна. Она преподавала нам французский язык. Это был не мой основной
язык иностранный. Это был второй иностранный язык. Но уроки, которые проводила именно эта учитель, ну, были фееричны, потому что она сама выглядела как француженка. Ее было приятно слушать, на нее было приятно смотреть. А если приятно смотреть на учителя и слушать, то уроки проходят замечательно. И, наверное, мне хотелось быть такой, как она. Хотелось достичь того, что достигла она, тех высот и того уважения, которое она имела от своих учеников. Я с любовью вспоминаю нашу классную руководительницу Блинову Валентину Герасимовну. Вот это именно она привила любовь к литературе и грамотность. Прекрасные знания были по химии. Ну вот учитель школы наш Федяева Лидия Алексеевна, она настолько интересно вела уроки химии. Мы потом дома приходили, еще чего-то с подружками приходили, еще на кухню химичили. Классным руководителем у нас была Мина Григорьевна Могилевская. Недавно ей исполнилось 90 лет, она живет на Украине, мы ее поздравляем. А была замечательная математик Сизова Наталья Васильевна, изумительная совершенно. А затем географ Фердинанд Иванович Кремер. Мы с ним затем поддерживали самые дружеские отношения очень-очень много лет. И черчей, почему-то нам помнится очень преподаватель по черчению Виктор Макарович Кривошеев. Алина Дмитриевна Мурашова, да. Она сказала, что все твои мытарства закончатся иньязом. И она смотрела прям как в воду. И не могу не вспомнить Татьяну Владимировну Шестерниной, учителя физкультуры, завуча. Татьяна Владимировна Шестернина – человек уникальный, потому что она работает с 70-х годов. То есть человека, который проработал бы больше лет в школе найти сейчас невозможно. А школа для меня была и останется родной, несмотря на то, в каких она стенах, потому что тот педагогический состав, который обучал нас, он был все равно, что вторые родители. Я думаю, любой учитель, наверное, мечтает о том, чтобы его помнили. И, наверное, мечтает о том, чтобы говорили, что он имел влияние на какой-то выбор. Это очень важно. Мне кажется, учитель для этого и работает. Действительно, здесь много было хороших очень учителей, очень хороших, очень крепких. Здесь было много учителей, мужчин. Наш любимый классный руководитель Евгений Яковлевич Клевакин, легендарный, Клёва, которого знал не только весь Омск. Клевакина школу знали в Советском Союзе, потому что где-то это была легенда, где-то это была правда, где-то это было посередине. Но мы знали истории, когда ребята, которые поступали в самые престижные московские или ленинградские вузы, с гордостью приходили в школу и рассказывали историю. Ты знаешь, я на математике решил такую задачу. Экзаменатор спросил: ты откуда? Из Омска. Подожди, из Омска. Ты не у Клевакина учился? У Клевакина. То есть его знал не только Омск. Это была козырная карта 19-й школы. Прекрасный коллектив учителей. Я сейчас нахожусь в святая святых, можно даже сказать, в сердце нашей гимназии. Это место, куда приходят все информационные нити, откуда уходят все векторы развития. Это учительская. Надо отметить, что за все годы работы нашей гимназии учительский состав всегда был сплоченным и высокопрофессиональным. Может быть, в этом секрет популярности нашей гимназии, ее лидирующих позиций среди других учебных заведений нашего города. Первым директором нашей гимназии, тогда еще первой мужской гимназии, был назначен учитель словесности из Тобольска, коллежский асессор Дмитрий Тихомиров. Прослужил он в этой должности 4 года. Дальнейшие следы его биографии теряются. За годы существования гимназии сменилось 20 директоров. Все они, независимо от количества лет, проведенных на этом посту, сумели сохранить и приумножить славу нашего учебного заведения. Мое первое знакомство школы 19 произошло в 1954 году, когда группу восьмиклассниц, девочек, обучение было разделено, пригласили в 19-ю гимназию, в 19-ю школу тогда, значит, на новогодний
праздник. Для нас это было событие такое важное, что до сих пор у меня в памяти, с каким восторгом мы смотрели на эту школу, на учителей, на эту красивую елку и увидели человека, седовласого, красивого того, который на нас так внимательно смотрел. Это было незабываемо. И с тех пор 19-я гимназия стала моей мечтой. Закончила я институт, как всегда, 3 года в Азове я отработала. И когда я приехала из Азова, вдруг раздался звонок. Я была удивлена, ошеломлена, потому что звонил Лев Моисеевич Хацкелевич и говорил: «А ты не хочешь у меня поработать?» Общение он всегда было такое очень простое. Вот. Я настолько опешила, потому что я знала, что за ним закрепилось такие слова, как «он сам себе отдел кадров». Вот, вы знаете, то есть он сам выбирал педагогов в школу, запрашивал рекомендации, собирал сведения о них и никогда не ошибался. Чтобы навести обо мне справки, он и декану звонил, и завкафедры звонил, и все выяснял. Под началом Льва Моисеевича я пришла сюда работать. И я должна сказать, я попала в такой коллектив, который был собран именно вот под руководством Льва Моисеевича. Вот если только вспомнить, и Евгений Яковлевич Клевакин, знаменитый математик. Дальше Лилия Александровна Зыкова, физик, о которой знал весь город. Вот. Прасковья Петровна Манякина, очень хороший химик. Раиса Георгиевна Дорощенко, преподаватель английского языка, которая в будущем стала моей наставницей. Альберт Васильевич Жмодик, математик. Лев Моисеевич, он был вроде бы суров и грозен с виду, но он никогда не держал зла, никогда не был равнодушным, проявлял интерес вот ко всему, что происходило в школе, и к каждому человеку. Вы знаете, он так общался запросто. Школу вот он эту воспринимал для себя как родную. Да почему? Да потому что перед войной он закончил сам эту школу. Вот. А потом, когда во время войны в 19-й гимназии, я имею в виду Цитане, когда был военный госпиталь, он там лечился после ранений. И я считаю, что в том, что 19-й гимназия – это своего рода бренд, то это, конечно, в первую очередь заслуга Льва Моисеевича Хацкелевича. Обстановка изменилась, когда директором школы пришел Семен Михайлович Журавлев. Он требовал неукоснительного поведения и подчинения. Очень жесткий был человек, а мы привыкли все-таки к большей демократичности. Затем пришел Щукин Владимир Викентьевич. Добрейший души человек, мягкий, но требовательный, умеющий создать творческую атмосферу в коллективе. И всем нам работалось очень легко. При нем всегда были очень интересные праздники, была самодеятельность, разные ансамбли, всегда работал драмтеатр, а позже уже было создано у нас даже 4 хоровых коллектива. Затем пришла Лидия Андреевна Федяева. Это был прекрасный методист, требовательный руководитель. И при ней большое внимание уделялось учебе. Ежегодно многие учащиеся активно и успешно участвовали в научных обществах, олимпиадах, городских конференциях и получали очень много наград. И, конечно, нам было очень радостно, что и после того, как женщина стала директором, слава гимназии не увидала. Вот. Затем пришла Людмила Ивановна Чупрынина. Наш генератор и вдохновитель, как мы ее ласково называли. Создать гимназию было ее идеи. Мы сначала как-то не очень верили, что это получится, но мы, однако, ошибли. Получилось. Да так хорошо, потому что традиций было много, учителей хороших было много,
Закончилась моя трудовая деятельность при Денисовой Елене Валентиновне, которая сейчас директором. Вот, нынешний директор. Мне под ее руководством пришлось проработать недолго. В этом году для меня и моих одноклассников прозвучит последний звонок. И начнется новая, большая жизнь. Но мы не боимся ни экзаменов, ни трудностей, которые нам только предстоит пережить. Ведь наша дорогая гимназия научила нас всегда быть вместе, всегда быть лучшим во всем, взаимовыручке и дружбе. И я верю, что пройдет время, и на аллее славы появятся портреты и моих одноклассников. 19-я гимназия – это, не хотелось бы такое слово иностранное употреблять, бренд, но тем не менее, да, это вот что-то такое. В нашем городе, да, когда говоришь, что заканчивал 19-ю гимназию, все говорят, или «О!». Это люди, которые навсегда найдут общий язык, и можно отличить человека, который здесь учился, да. Есть такое братство. Они общаются, у них чуть ли не одна треть выпуска уехала в Москву, Санкт-Петербург, они поддерживают отношения, там встречаются, проводят свободное время, здесь встречаются. Это есть. Наш выпуск до сих пор, мы встречаемся практически каждый год. Мы до сих пор общаемся, все одноклассники общаемся, и если, не дай бог, беда, я могу обратиться к любому однокласснику, даже если я не поддерживаю тесный контакт. Мы все на связи, мы все друг друга очень поддерживаем. И девятнашка, она сильна еще чем? Если ты встречаешь на улице, в родном городе, в другом городе человека, который учился вместе с тобой, ты его точно знаешь. У нас не принято пройти мимо и сделать вид, что мы не знакомы. Мы обязательно подойдем, мы обнимемся. Это действительно вот братство 19-й гимназии, мы все друг друга знаем, мы все друг с другом замечательно общаемся. Даже когда ты контактируешь с какими-то людьми и узнаешь, что это где-то там 19-е, это наши все люди. Братство какое-то есть выпускников 19-й школы. Не каждая школа может похвастаться тем, что вот так вот настолько дружны ученики между собой, настолько они как-то вот, для них что-то это святое, и они с удовольствием собираются. Я хочу сказать, что когда ты встречаешь выпускника другого года и узнаешь, что он тоже выпускник 19-й гимназии, то это сразу же снимает барьеры общения. Это не какая-то каста, нет, но это всегда понимание того, что мы вышли из одной колыбели. А я могу сказать, что сейчас достаточно большой процент тех людей, которые меня окружают, тех, с кем я работаю, тем, с кем я дружу, с тем, с кем мы общаемся, это выпускники нашей гимназии. Поэтому слова из нашего замечательного гимна «Мы из 19-й, ребята, значит, подружились навсегда» для нас не пустой звук.